Расскажу, чем мы занимаемся с нашей русской бабулей. Мы взяли неделю выходных от садика, чтобы побыть вместе с детьми. К моему удивлению, дети вообще не забыли свою русскую бабушку. Такое ощущение, как будто мы вообще не расставались. Первый день мы решили побыть дома, отоспаться и отдохнуть, так как мы все очень долго находились в дороге. Моя корейская семья очень тепло и радушно встретили мою маму. Но об этом подробнее я расскажу в другом видеоролике. А на следующий день в Пусане резко испортилась погода. Был сильный ветер, шел дождь, и поэтому мы решили выехать в детское кафе. Девочки с энтузиазмом учили русскую бабушку играть в новые игрушки. А потом мы все вместе кормили ее корейскими вкусняшками. Так интересно было наблюдать реакцию мамы на новые продукты. Особенно была она в шоке от того, что сосиски здесь посыпают сахаром. Ну а мы удивляем корейцев нашим частым чаепитием. В общем, наши приключения только начинаются.